Знакомьтесь, Катарина Шнайдер, финансовый корреспондент. Шнайдер обучалась в Кельнской школе политической и экономической журналистики, а также получила образование в Университете Кёльна по специальности общественные науки. В 2011 году начала работать в немецкой ежедневной деловой газете «Handelsblatt» редактором онлайн-издания, а позже заняла должность финансового корреспондента. Статьи Шнайдер в основном посвящены тематике частных инвестиций, финансов, юриспруденции, налоговых изменений и инноваций в сфере финтех.